случилось? Кто стреляет? В укрытие! Тут чужой! Вон там! Смотри! Попробуем ее отгрузить! Сейчас! Опять вляпался.
Год Мэдди 6. 1873. Одна сторона стерта, как будто ее постоянно трогали. Может, это солдатская монета на счастье? Абсолютно права. Здесь творится что-то странное, какое-то природное явление, которое заставляет погоду сходить с ума. Армейская научная база, императрица Солнца, безумная секта. Может, тут вообще снимают реалити-шоу? А на всех деревьях в листве спрятаны телекамеры? Хотя, должен признаться, все это до смерти меня пугает. Именно поэтому я отпускаю шуточки, от которых Рейс уже, кажется, звереет. Думаю, я должен сделать что-нибудь полезное, пока совсем не слетел с катушек. Мне бы очень хотелось быть похожим на Лару. Я просто ею восхищаюсь. Она не только умна, но еще и умеет надрать кому надо задницу. Хотя если она не обращала на меня внимания до сих пор, то теперь и подавно не обратит. Но, может быть, я все-таки сумею произвести на нее впечатление.
Когда закончите, подготовьте это к погрузке. Не хочешь? Я все сделал. Справится? Иди отсюда! Только произошло. Наверное, я должна благодарить Лару за эту работу. Она всегда в меня верила. Преподаватели в университете смотрели на меня как на сумасбродку с камерой в руках, от которой жди одних неприятностей. Но знаете, большинство людей в глубине души жаждет острых ощущений. И Лара не исключение.
Просто ее надо было немного подтолкнуть, чтобы она поняла, чего хочет на самом деле. У нас с ней было так много приключений. В том безумном путешествии по Болгарии я только и делала, что вытаскивала ее из клубов. А когда поехали на Килиманджаро, Лара хотела заниматься исключительно научной работой. Но кто ж знал, что там столько симпатичных парней? Эта экспедиция обещает многое. Лара со своим ноутбуком, я со своей камерой. У нас впереди еще одна увлекательная поездка. Блокировку можно устранить.
Все, есть. Алекс, Алекс! О, Боже, я должна туда попасть. Алекс, сейчас я тебя вытащу. Так, теперь надо расчистить путь. Наконец я удивил тебя. Давай уберем это. А, черт! Прости, прости. Ну, похоже, карьера танцора накрылась. Что ты делаешь? Ты нас убьешь! Похоже, я остаюсь, Лара. Бери инструмент. Без тебя не уйду. Мне часто очкарики становятся героями. Они на нас рассчитывают. Иди! Ну же! Старые записи.
В результате долгосрочных раскопок наконец получены новые данные о погодных циклах в данном регионе. В прибрежном районе острова была обнаружена гробница важного полководца, датируемая периодом Камакура. Эта находка – недостающий элемент головоломки. Полагаю, именно это открытие позволит нам установить контроль над бурями. Но раскопки могил потревожили демонов Они. Они гневаются. Нам необходимо посетить ритуальный зал в монастыре. Именно там нас ждет успех или провал. Древние руины на старой базе, управляемые бурей. Я должна понять.